Итак, регулировка ручки вот такого вот соединения. Которая соединяет ручку с корпусом, ну, с рамой. Здесь есть прорезь, обычно там под шестигранник на других колясках, но здесь прорезь для отвертки. Сзади зажимаем либо ключом, либо плоскогубцами и начинаем выкручивать. Вот так, я думаю, будет достаточно. Теперь при нажатии у нас складывается спинка. Ну и фиксируется намного лучше. Потому что здесь уже выходит на цилиндр. И жесткость становится лучше. Если же мы закрутим обратно, то фиксация у нас будет хуже. Сейчас мы это продемонстрируем. Если он плохо отрегулирован вот так вот, то фиксация уже не такая жесткая. Он может от того, что вы надавите спиной, просто сложиться вовнутрь. Чтобы этого не было, его нужно отрегулировать. Вот так уже достаточно будет для того, чтобы защелкивалось, и для того, чтобы сзади фиксатор на гайке был еще на стержне. Отстегиваем один, отстегиваем второй, и можно складывать спинку. Ну и когда застегиваем, вот он сразу становится здесь. Если сейчас облокотиться, то эта спинка может отстегнуться. Вот так вот полностью зафиксирован. Вот так просто регулируется механизм складывания задней спинки на колясках такого типа. На этих колясках также присутствует такой же механизм складывания, вот, у которого уже идет под шестигранник захват. Главное отрегулировать правильно и настроить его, чтобы он не складывался. То есть, если он будет не дожат, человек облокачивается и он отстегивается. Здесь такого не происходит. С этой стороны у нас тоже все довольно-таки замечательно. Прямо в потай, не отстегивается и элементарно складывается. И также бодро застегивается. Да, и еще чуть не забыл. Если вы все-таки сломали, либо неправильно настроили, либо рассверлили, либо как-то повредили этот узел, то его можно купить отдельно. Ссылка на него будет в описании. Ну или вот.